Друзья, всем привет! Сегодня мы опять на набережной реки Кама. Вот такие вот красивые панорамы тут открываются. Народ гуляет, отдыхает. Кирюша! Да. Сейчас спустимся ниже. Прямо туда вот вниз, на набережную, там поснимаем. Вот такие вот у нас живописные виды. Газон. Спуск. Да. А у нас Сани в этом году 20 лет, как мы познакомились. Через месяц будет ровно 20 лет. Так что ждем от всех поздравлений. Пишите поздравления в комментариях. Вот, кстати, на этих стенах кирпичных раньше все время занимались наши местные альпинисты, тренировались. Ползали по этим стенам. Сейчас как-то это не видно. Или вообще они перестали тут тренироваться. Или, может быть, у нас просто это движение исчезло в Перми. Туннель железной дороги. И вот мы выходим. Тут ребята занимаются. Пермь 296. Через несколько лет будет отмечаться 300-летие города. Стригут газоны. А здесь сделали большую детскую площадку. Хорошо сделали. Такой белый песочек завезли. Хороший песок. Покрытие хорошее, мягкое. Да. Сделали классно. Потому что она одна. Детская площадка. Молодцы, сделали очень здорово. Пошли, зайдем. Комната матери и ребенка сделана. Здесь сделана комната матери и ребенка. Туалеты. Очень все хорошо сделано. Пойдем дальше по детской площадке, посмотрим на ее качели, горки, такие вот диски, лавочки кругом. Различные такие вот аттракционы детские. Все это бесплатно. Сделано очень здорово. Покрытие мягкое, кругом лавки. Народу много, как вы видите. Туалеты. О,
какие. Да, очень здорово. Молодцы власти наши. Порадовали. Это сделано с этого года, с этого сезона. Очень здорово, молодцы. Дети сразу же все оккупировали. Праздник для детей. Очень здорово сделали. И будут дальше, да, делать. Да. То есть вот такая детская площадка, это уже уровень, так скажем, европейский уровень уже. Уровень, как, допустим, в та же набережная Кан-Ялты, где все очень здорово было сделано еще в прошлом году. Наконец-то и у нас начали в Перми делать что-то подобное. Да. Хоть и небольшой участок, а крылок, но... Да. Еще надо через километр еще такую же сделать надо. Ну, это все площадки. То есть на Кан-Ялты там повторяются площадки. Ну тут правда круче даже стоят вот эти все. Да, немного. Да. Там таких вот нет. Всяких кубов, площадок, лазилок. Там попроще. Там попроще, но их много. Да. Там вот типа таких вот горки всякие. Такое. Качельки, горки. Но их много. Повторяется через каждые 500 метров, наверное. Через километр повторяется. Тоже с мягким покрытием, с фонтанчиками. Не, ну здорово. Наша Кама. До съемки над водой. Кафе. Но кафе было и раньше, только здесь было другое кафе. Такие вот у нас поставили экибаны, яйца, цветочки. В этом сезоне у нас в Перми в моде QR-коды на кубах и треугольниках. Вот стоят кубы и треугольники. Слушай, мы захотели на новый фонтан. Да, вот пошли. Вон причаливать. Всегда у нас здесь в ясную погоду много народу гуляет. Семьи с детьми. По вечерам пары. Одинокие девушки, одинокие юноши.
знакомиться друг с другом. Ну а днем семейное время. В основном ходят с детьми гулять по набережной. Причаливает речной трамвайчик прогулочный. Жена предлагает на нем прокатиться. Сейчас посмотрим. Мороженое, посекунчики, фитобар закрытый. Песок для детишек. Песочная площадка. Шиповник растет. Я не видел. Чайки кружатся. Павильон аватара. Не знаю, что это такое. О, летит. Пролетело. Закричала. Много кружит чаек. О, рыбу поймала. О, обратно выбросил. Видимо, это не рыба, или старая, когда тухлая, может быть. Причал номер 5, ресторан на воде. Местные музыканты играют. Местная ярмарка. Сейчас зайдем, посмотрим, что здесь. Такие вот ворота на входе. Итак, что тут у нас? Игрушки, ручная работа. Только приехала. Да. Говори. Мы идем туда в сторону, прими первое.
Вот так вот вкратце посмотрели, что продают на местной нашей ярмарке небольшой. Матрешка. Еще что-то делают. Балалайка. Лужайки, березки. Красота. На набережной из песка. Сколько можно терпеть? И с этой стороны жар птица в клетке. А здесь чертик. Два чертика на месяц. Ночь перед Рождеством. Мартышка и очки. Да, какая-то страшная мартышка. Крокодил Ген. О, страховидина. О, богатырь. Вот еще одна детская площадка. Хорошо. Молодцы, что сделали. С той стороны детскую площадку и здесь. А тут даже спортивная площадка с тренажерами. Вообще здорово. Очень хорошо. И плюс детская площадка на песке. Где причал? Стой, Вика, Вика. Трамвайчик собирается в новый рейс по реке. Ну а мы идем на выход. Так, набережная. Прощай. До свидания.